Один важный вопрос ко всем водителям. Почему мы начинаем чинить машину, какие-то косяки исправлять, только когда собираемся ее продать? То есть получается, мы делаем это для кого-то. Я тоже стал за собой замечать это, но мне не понравилось. Зачем? Я сам хочу получать наслаждение. Я же себе ее купил. Поэтому заказал вот такое средство от Шимы. Бальзам-реставратор пластика. Он восстанавливает его цвет и защищает от потускнения. Так что сейчас оденем перчаточки, губочку возьмем и примемся наводить красоту. Вообще с любым пластиком выглядит как новый. Даже с пластиком, который снаружи машины. Смотрите, какая красота. В общем, ребята, средство вообще огонь. Рекомендую. Ваша машинка будет вам рада. Можно взять себе, можно взять на подарок вашему парню, мужу. Тоже безумно будет благодарна.